Федеральное агентство по делам СНГ соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству тесно общается со многими регионами, в том числе и с Ульяновском. Дальнейшие планы сотрудничества обсудили глава региона Сергей Морозов и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Для нас гуманитарное международное сотрудничество – это такой, скажем, уже обязательный элемент международного экономического сотрудничества. И то, что сегодня Евгений Александрович подтвердил, что для Россотрудничества важно не только гуманитарные, но и экономические связи. Я думаю, что Ульяновская область такой хороший партнер для Россотрудничества в реализации государственных программ. Агентство содействует ульяновцам в проведении различных мероприятий, направленных на ознакомление с зарубежной общественности с культурой и экономикой региона. Федеральные эксперты участвуют в форумах и мастер-классах для горожан. Это и международный культурный форум, который проходит ежегодно, и новый проект «Школа общественной дипломатии», который успешно прошел пару недель назад. На этом программа мероприятий в Ульяновске не заканчивается. У нас в декабре этого года пройдет молодежный саммит БРИКС. Я хотел с огромным удовольствием пригласить вас в этот наш замечательный древний Сибирь, современный город Ульяновск, чтобы вы увидели. Он действительно очень красивый. Первая столица, культурная столица Союза независимых государств. И действительно очень такой старый и молодой город. Глава региона предложил провести совместную международную культурно-просветительскую экспедицию «Великие писатели стран БРИКС». Представители Россотрудничества заинтересовались проектами ульяновцев и выразили готовность активно поддержать проекты со своей страны. Анна Тищенко, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.